Ребята, всем привет! Вы на канале Видео Бэйби или на канале Видео Бэйби Лайф? У нас два канала, обязательно подпишись на оба. Все ссылочки в описании. Ребят, сегодня будет самый жестокий пранк, который был на нашем канале. Я надеюсь, что он вам очень сильно понравится. Если вы хотите еще подобные видео, обязательно ставьте палец вверх, чтобы мы понимали, что вам нравятся эти видео. Самое большее в жизни Лера боится пауков. Это страх номер один. У нее, ну вообще, ну это просто фобия какая-то. Она ужасно боится пауков. Не знаю, к чему это все приведет, когда она увидит этого паука. Я постараюсь сделать этот пранк интересный. 100%. Вы знаете, что пранки не постановочные у нас. Я не знаю, получится он или нет. В общем, смотрите обязательно до конца. Ребят, я заказал посылку на Алиэкспрессе. Заказал вот такого офигенного паука, которого вы сейчас увидите. Если вы хотите такого же купить, ссылку я оставлю в описании. Ребят, и скоро на канале у нас 1 миллион. Я надеюсь, что еще неделя, и мы уже будем вместе с вами отмечать этот миллион. Так что подписывайтесь. Подписывайтесь те, кто впервые. Этот пранк, Лера, ты запомнишь надолго. Я тебе буду мстить. Время прошло, вы все спрашивали, почему так не было долго пранков. Ребят, ну, это же уже будет подозрительно, вы понимаете, если каждую неделю вы будете смотреть пранки. Лера будет понимать и не будет реагировать, она уже поймет, что это розыгрыш. А так уже прошло какое-то время, мы уже 2 или 3 недели не выпускали пранки, так что ждите. Не, ребят, возьму я ножницы. Сейчас я возьму ножницы. Надо было сразу начинать с ножниц, но это же... Вау, какая коробочка! Ух ты! Ребят, смотрите, какая коробка. Блин, еще какая-то пластинка. Зачем эта фишка здесь? Смотрите, вот он такой большой. Вот. Вот такой вот паук. Он реально, он очень похож на настоящий. Он огромный. Еще и с пультом. Это на пульте дистанционного управления. Паук ходит сам. Я не знаю, издает ли он какие-то звуки. Я надеюсь, Лера поверит в это. Ну что? Так. Будем открывать. А, подождите, у него он еще вот здесь привязанный. Видите, какой-то проволокой. Ой, чуть не упал. Есть, ребят. Блин, какой он крутой. Даже глаза какие-то есть. Ребят, вы посмотрите, какая штука. Ролики, он ездит. Блин, ну она может догадаться, что он... Я не знаю, он издает какие-то звуки или нет. Колесики, он. Здесь надо вставлять, наверное, батарейки. Ребят, у меня есть батарейки, я сейчас детектор лжи. Его возьму. Боже, что это такое? Блин, он сыпется. Ребят, какая-то красная еще жопа у него. Но он большой, реально большой. Вы посмотрите, какой паук. Так, окей. Здесь есть пульт. Все, больше ничего нет. Вот такой вот пульт есть. Я сейчас возьму батарейки, мы будем пробовать его. Главное, чтобы она сейчас не пришла, потому что все, все накроется, весь пранк. Но я знаю, вроде она не придет сейчас. Так, окей, сейчас вставляю батарейки. Ребят, я здесь установил камеру, вообще поставил в угол. Посмотрим, как это все будет. Я надеюсь, вам будет все видно. Вот такой вот ракурс. Ну что, ждем Леру? Держите за меня кулачки. Все, я пошел в комнату, буду ее ждать. Мне надо ребро намазать еще. Наверное, Лера пришла. Как дела? Нормально. Как треша прошла? Нормально. Что вы сегодня делали? Занимались. Не, я понимаю, что занимались. А какие упражнения делали? С Леной занималась? Ты так спрашиваешь, как будто первый раз меня видишь. Прям мне жарко, Лера, я не знаю, как ты дошла, блин. Такая жаре, блин. Ужасно жарко, я не могу. Посижу у тебя.
Да я не буду читать. Ты что, с луны свалился? Да я не буду читать. Я хотел посидеть твою музыку послушать. Твою мать. Ты с луны свалился? Чего? Это я тебе еще свой телефон не давала. А ладно. Тоже ты не придумал. Блин. Камеру тоже жалко, да? Жарко моему мальчику. Где моя футболка? Никто не скажет. Я тебе скажу, где твоя футболка. Где? Не, короче, наверное, пойду я лучше, Лер, покупаю. Нет. Блин, серьезно, алло. Ты купаться идешь? Где футболка? Ну так ты свои футболки ложишь. Ладно. Жарко, я не знаю. Лер, давай я, короче, пойду первый покупаюсь. Не, серьезно, я покупаю. Я хочу покупаться. Я после тренировки, тебя ничего не смущает? Ну так я понимаю, я весь мокрый. Чего ты? Жара, жесть. Я пойду, блин, на это сполоснусь хоть. Блин, ухи на ухо. Ты что, повелась на эту хрень? Это игрушка вообще. Ты посмотри. Подожди! Подожди! Да это игрушка! Уйди, сказала! Это не Аня, что ты кричишь? Боже, что ты такая сыкливая? Это игрушка, смотри, потрогай его. Боже, вся мокрая. А что ты делаешь, блин? Боже, ты прикалываешься, блин. Ты камер перепугался. Что ты делаешь? Я весь мокрый теперь, блин. Ты это игрушка. Боюсь. Это игрушка. Да не, что ты делаешь, блин? Это игрушка, обычная игрушка. Посмотри, с колесами. Тебя убить, А что ты боишься? Ох, и сыкло. Тебя ничего не смущает. Это простая, обычная игрушка. Тебя ничего не смущает? Мне ничего не смущает. Я думал, ты додумаешься вообще. Ты знаешь, что я их боюсь. Это игрушка. Лера, не китайся. Ну что ты делаешь? Оно все мокрое. Да ладно. Жесть, блин, не купайся. Я возьми, оно купалось. Лера, это на, возьми, попробуй. Иди. Попробуй в руки. Не хочу. Он что, похож на настоящего? Я тебе, пацан, напугал, когда ты спать будешь. Почему настоящего? Хочешь? Хорошо, подсунешь мне настоящего. Это не настоящий паук.
Ты знаешь, что я их боюсь, я от маленького, у меня уже истерика. Можешь вон туда в камеру посмотреть, видишь, там камера снимает. Так что успокойся, угомонись, иди, все, иди купайся. Блин, ребят, я весь мокрый. Я говорю, это игрушка. Смотри, потому что все в этом в пухе будешь. У меня все руки в него, это фигня, блин. Да ну что ты делаешь? Что я делаю? А что я делаю? Иди купайся. Я решил тебя пранкануть. Ребята, я надеюсь, что пранк получился. Ване тоже была камера? Ване не. Я не снимал, жалко, что я не снял просто. Мне надо что было Ване камеру. Ну что, ну найди. Найдешь камеру, найди. Все? Я говорю, я не снимал. Мне надо было, я хотел тебя отсюда пранкануть, я на эту камеру снимал. Я тебя не снимал там. Ты ж мокрая стоишь. Выходи, короче. Иди сюда. Иди, я тебе что-то покажу. Да иди сюда, говорю. Иди сюда, шо? Ну и шо? Ну стои. Пошли. Пошли, все. Ребят, я надеюсь, получился этот пранк. Блин, я купаться здесь... хочу. Так иди купайся. Так у меня и камера. Так кто тебе мешает? Молчать. Мне, где камера, ничего, и ты мне вообще мешаешь. Ребят, я выключаю.